Москва готова обсуждать с Киевом реструктуризацию украинского долга, если условия поддержит Международный валютный фонд. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, Россия уже направила свои предложения. Если МВФ, который формирует программу финансовой помощи Украине, их одобрит, конкретные параметры обсудят уже на уровне экономических ведомств двух стран. Важные условия: за Украину должны поручиться ее западные партнеры. На наш взгляд, предложение о реструктуризации долга на 3 года должно сопровождаться гарантиями реализации украинской стороной этого предложения, гарантиями со стороны либо Соединенных Штатов Америки, либо Европейского Союза, либо крупного банка по согласованию с Российской Федерацией. Вопрос уплаты процентов по реструктурированной задолженности мы готовы обсуждать. Это переговорная позиция. С инициативой реструктуризации украинского долга выступил Владимир Путин в ходе саммита «Большой двадцатки», который проходил в Турции. Российское предложение заключается в том, что суверенная задолженность Украины в 3 миллиарда долларов будет разбита на 3 года. Причем выплаты начнутся с 2016-го, а в этом году Киев заплатит только проценты, около 75 миллионов.